Сергей Юрьевич, вас хорошо видно? Опускай еще. Да вижу, вижу. Ты не дергайся. Еще. Опускай. Стоп! Осторожно, Малыша. Тяжелый собака. Ну, здесь все ясно. Асфиксия. Повешение за шею. Ё-моё! А вы его знали? Так это же Долженков, совладелец парка. Кто это? Это сторож. Он первым увидел труп на колесе и начал орать. Орал так, что сбежались все жители из соседних домов. Они и вызвали полицию. Вот только наш герой не совсем в форме. Что ты имеешь в виду? Он вчера сильно много выпил. Ночью ничего не видел и не слышал. А когда утром проснулся, ну, в общем, сейчас у него шок от увиденного. И тяжелое похмелье после вчерашнего. Когда его допрашивал, мне что-то бормотал про страшный сон, но я все записал на всякий случай. Я занят. Сергей Юрьевич, я еще раз предупреждаю, ничего интересного в интервью страдающего от похмелья сторожа нет. Хочу сам убедиться. Спасибо, но пиво было бы лучше. Скажите, вы видели кого-то ночью возле аттракциона? Черный плащ. Так, хорошо. Человек в черном плаще. Это был мужчина или женщина? Черный плащ пролетел по этой аллее, как привидение. Лицо вы запомнили? Капюшон был. А лица не было. Так, хорошо, давайте сначала. Был человек в черном плаще. Он двигался к колесу или от колеса? А кто его знает? Может быть, из вечности. У меня до сих пор мурашки по коже. Тише, тише, тише. То сейчас участковые придут, санитаров приведут. Скрипков, что ты стоишь? Пошли работать. Идем. Забавная штучка. Да, вот только отпечатков на ней ноль. Надо выяснить, где продаются такие маски. Но в первую очередь надо подумать, кому выгодна была смерть Долженкова. Но первый мотив самый простой – деньги. Какие мысли? Ну, если это убийство с целью материальной выгоды, то это бизнес-партнер Олег Тищенко, ну или жена Вера Долженкова. Кого будем прорабатывать первым? Жена и партнер. Ну, давай начнем с жены. Вас понял. Добрый день. Никонов, следственный отдел. Я хочу заказать кое-какие материалы из архива. Я прошу прощения. Вы Вера Долженкова? Помощник следователя Скрипков. Это я вам звонил. Если вы не против, я хотел бы поговорить с вами о вашем муже. Я ничего не знаю, правда. Он никогда мне ничего не рассказывал о своей работе. Он отшучивался, что не женского это ума дело. И даже если я спрашивала, он говорил, что я ничего не пойму. Значит, вы считаете, что убийство вашего мужа связано с его бизнесом? С чем еще? Ну, не знаю. Может быть, у него были какие-то проблемы в личной жизни? Нет, в личной жизни. Ну, все было в порядке. По сути, я вас умоляю, Олечка ничего не знает о том, что папы больше нет. Хорошо, вы не говорите ничего. Конечно. Да, зайчик, что? Мамочка, я хочу водички. Водички. Ковыряюсь пока. Собираю сведения о погибшем. Тут
еще кое-что всплыло. Судя по всему, у него были проблемы в бизнесе. И большие. Мой знакомый из городской администрации сказал, что вообще речь шла о закрытии парка аттракционов. Ну вот и возможный мотив. Спасибо. Спасибо за наводку, Николай Владимирович. Да, у меня тут личная просьба. Но она не по делу. Я заказал в архиве материалы. Просит подтверждение от управления. Ладно, я отзвонюсь. А что за материалы? Ну, я потом вам объясню. Спасибо. Добрый день. Вы кто? В чем дело? Помощник следователя по делу об убийстве Игоря Долженкова. Моя фамилия Скрипков. Что именно вас интересует? Все интересует. Можете начать с того, каким человеком был ваш деловой партнер Игорь Долженков и какие у вас были отношения. Все равно докопаетесь, да? Тогда лучше уж я сам все расскажу. Я вас внимательно слушаю. Ты хоть понимаешь, с кем связался? Да я тебе сейчас очко на глаз натяну и скажу, что так и было! Не нервничайте. Я просто выполняю свою работу. Так, слушай, мы же прекрасно знаем, как решаются такие вопросы. Да? Назови сумму и сделаем вид, что мы друг друга не видим. Я вас последний раз предупреждаю. У вас есть два варианта. Или привести аттракционы в порядок и после прохождения комиссии снова получать лицензию, или закрыть парк. Решайте. Всего хорошего. Вот урод усколобый, а. У тебя совсем крыша поехала. Ты ему только что взятку предлагал. Да? Да. Ай-яй-яй. А если он стуканет в прокуратуру? Нам туда лицензии вообще не видать. Скажи правду. Это ведь ты все подстроил, да? Это ты о чем сейчас? Поломка. Комиссия. А? Это ведь твоих рук дело. Ты ведь давно собирался меня выбросить со своей земли. У тебя на нее другие планы. Аттракционы ты хочешь убрать, а землю отдать под более выгодный бизнес, так ведь? Слушай, твое железо. Ты и ремонтируй. Я обеспечиваю страховку, юристов, рекламу, промо. В конце концов, приток посетителей. А остальные, извини, не мои проблемы. Не твои. То есть, как прибыль, так пополам, да. А как ремонт, так за мой счет. Ты, сука, хорошо устроился. Я тебя, тварь, закопаю. Ты меня еще плохо знаешь. Что? Тищенко рассказал о конфликте с Долженковым, а секретарша все подтвердила и добавила, что в последнее время такие напряженные ссоры между Долженковым и Тищенко были не редкостью. Ну что ж, будем считать, что у Тищенко есть серьезный мотив избавиться от партнера по бизнесу. Подозреваемый номер один, но тем не менее это еще не доказывает, что именно он убил Долженкова. Да, мотив есть. Но зачем Тищенко так экзотично обставлять убийство? Логичнее убить по-тихому, без этих
масок и шелковых шнуров. А я думаю, это способ отвести от себя подозрения. Ну, мол, зачем мне убивать на своей же карусели? Ну, допустимо. Как и то, что есть еще кто-то, кто так театрально страстно желал смерти Долженкова. Кто же ты, Маска? Чего улыбишься? А есть причина. Следствие по делу нашего любителя кататься на аттракционах движется семимильными шагами. У Тищенко есть сестра родная. И непростая. Давай, студент, ты сам знаешь, что делать. Ого. Что еще? Есть еще что-то интересное? Есть. Тетерев просил тебя лично передать. Сказал, из рук в руки. То, что ты просил нарыть в архиве. Спасибо. Это ты из Аравинска решил поднять дело своего отца? Равинская. Да сам я никогда не верил в то, что мой отец так мог уйти из жизни. Я сам должен разобраться. Извини. Ладно. Без обид. Работай. И самого дел по горло. Почему вы не сказали, что вы родная сестра Тищенко? А какое это имеет значение? Послушайте, мне нужно ребенка в школу отвезти, мы уже опаздываем. Вы лучше скажите, кто унаследует состояние вашего покойного мужа? Я унаследую состояние, и что? А какое это имеет значение? Послушайте, вы что хотите сказать, что мой брат убил моего мужа? Вы... Олег совершенно не такой, он мухи не обидит. По-моему, вы что-то не договариваете. Что я не договариваю? Это ты его убил! Гадина, это ты его убил! Девушка, вы чего? Это ты его убил! Ты! Ты его убил! Прикиньте, эта сумасшедшая оказалась любовницей Долженкова. Но Вера говорила, что у них идеальная семья. Была. Сначала. Но потом у них родилась дочь, и Долженков слетел с катушек. Вера утверждала, что раньше он таким не был. Мол, до свадьбы у него был один мимолетный роман, да и то в институте. Но после всего этого я никому не верю. И правильно. Итак, милая девушка, а почему вы решили, что Долженкова убила его собственная жена? Ну, а кто же еще? Неделю назад эта психопатка нас с Игорем застала. И знаете, что она сделала? Вот. Она бросила в меня лампой. А если бы я не увернулась, она же могла меня убить. А когда Долженков стал ее успокаивать, она и на него набросилась. Начала кричать, что ты мне жизнь испоганил своими гульками. Потом угрожала его убить. А еще гостиницу обещала сжечь. Какую гостиницу? Ту, в которой мы с Игорем... постоянно встречались. Наутилус. Он всегда нас снимал один и тот же номер. Думаете, она не знала, что Игорь погуливал направо и налево? Знала. Знала и молчала. То есть у вашего милого Игоря, кроме вас, были еще любовницы? Были.
С появлением парка аттракциона он совсем спятил. В смысле? Ну, знаете ли, нравилось ему ночью сексом заниматься в парке аттракциона. Особенно на чертовом колесе. Вот оно что. А вот эта вещичка вам знакома? Нет. Точно? Да не знаю. Ну, хорошо. Вы свободны. Пока. Вы Верку посадите? Конечно. Теперь богатая вдовушка по-любому откупится. До свидания. До свидания. Сергей Юрьевич, я пробил маску. Она из бутика аксессуаров для праздников и карнавалов Риалта. Вот, смотрите. Молодец, студент. Видишь, зря времени теряешь. Дуй в магазин, поговори с продавцом или менеджером. Может, они вспомнят, кому именно они продали эту маску. Есть. Сколько можно? Что тебе нужно? Во-первых, добрый день, Никонов. Во-вторых, спасибо, что ты наконец-то ответил на мой звонок. Нам нужно с тобой поговорить. Мы обо всем уже давно поговорили. Оставь меня в покое. Здрасте. Привет. Какая приятная. Я действительно занят. И чем именно ты занят? Какая разница, чем я занят? Все. Добрый день. Здравствуйте. Все в порядке? Кто-то вас вывел из себя? Это не мое дело, да, извините. Ну, если вам так интересно, это звонила моя бывшая жена. Простите, что стали невольным свидетелем непринужденной беседы. Ничего страшного, бывает. Вы знаете, впервые возникло желание лечь на массажный стол. Отвлечься от этих бывших и нынешних дел. Это прекрасно, и я не смею вам в этом препятствовать. Прошу. Что? Девушку мы еще не видели. Ага, вот и маска. Так, скопируйте все это мне на флешку. Я понимаю, что вам неприятно меня видеть, но у меня всего один вопрос. Вам знакома эта женщина? За что вы убили Долженкова? Никого я не убивал. На испуг меня берете? А зря. А я не беру. Я знаю, что сделали это вы. И у меня есть доказательства. Запускай. Узнаете эту женщину? Спокойно, спокойно, Тищенко, спокойно! Спокойно!
Так кто же эта дама в компании вашего партнера, друга, врага Игоря Долженкова? Это Алла Тищенко. Моя жена. Тищенко, в данный момент все факты против вас. Я предполагаю довольно банальный вариант. Вы человек вспыльчивый, узнали, что ваша жена изменяет с Долженковым, и убили его. Злого, коварного любовника убили, нацепили на лицо ту самую маску, которую он подарил вашей жене. Вы нашли ее и сложили 2 + 2. Ну, на вот, на мой взгляд, довольно правдивая версия. Или мотив убийства все-таки бизнес? Да чушь! Я не убивал. Хотя убил бы, если бы знал. Сука. Алка с этим подонком. Гражданин Тищенко, на данный момент вам предъявляется обвинение в убийстве гражданина Долженкова. Вам зачитать ваши права? Я не убивал. Идемте. Идемте. Это же несправедливо, я... Идемте. Да я докажу, но вы же ошибаетесь! Проходите. Идемте! Спокойно, я сказал! Мститель в черном плаще и сна сторожа. Какая-то дикая театральщина. Прям аттракцион ужасов получается. Алла Тищенко, сверни. Да вы Никонов! На каком основании вы арестовали моего мужа? Сейчас на улице охранник даже не подпустил меня к нему. А вы, я так полагаю, Алла Тищенко? Будем знакомы, присаживайтесь. Мой муж никого не убивал. Он не мог. А кто мог? Жена Игоря. Это Вера его убила. Вот она пусть и отвечает. И у вас есть доказательства? Еще какие? Вера! Верунь, привет! Смотри, что я купила, Верочка. Мы через 2 недели, Вер, едем все на Кипр. Вчетвером отдыхать. Я никуда не еду. Почему? Долженков сказал, что подает на развод. Как? Вы столько лет вместе, Вер. А ваша дочь, почему? Я не знаю. Я ничего сама не понимаю. Он сказал, что я ему надоела. Надоела? Так сказал, что я ему надоела. И ничего. Он еще у меня об этом пожалеет. Сильно. Сильно пожалеет. А вы уверены, что Долженков и вправду решил подать на развод? Может, он решил припугнуть свою жену? Да она достала его своей ревностью. Между прочим, справедливо. В этот раз все было серьезно. Мне недавно муж рассказывал, что в последнее время Игорь буквально заболел одной из своих очередных девиц. Кольцо ей купил, жениться обещал. А Вера прекрасно понимала, что если он уйдет от нее, то оставит их с дочкой без копейки. А вы можете поподробнее рассказать об этой новой любви Долженкова? Да, я особо не в курсе. Но знаю, что это очень юная особа. Практически школьница. Что ее Сашей зовут? Да если я ничего не путаю. Узнаете? Боже, откуда она у вас? Вы, Олег, знает про нас, Долженковы? Знает. Боже, какой кошмар. Мы нашли маску на месте преступления. В парке? Этого не может быть. Во-первых, мы с Игорем никогда не были в парке. Почему? Ну как, это очень рискованно. Там же каждая собака знает, чья я жена. Разумно. А во-вторых? Маска пропала в гостинице. Я каждый раз приносила ее туда, когда мы с Игорем встречались. И ему нравилось. Однажды мы стали собираться, и я не обнаружила маски. Стала искать ее везде, не могла нигде ее найти. Но Игорь сказал, чтобы я не нервничала, что он купит новую. Будь она проклята. Ничего себе. Я думал, ты спишь. А ты что, вообще не ложился? Сергей Юрьевич, кажется, я нашел юную возлюбленную Долженкова.
Среди контактов в телефоне Игоря не было никого подходящего, поэтому я решила прогнать базу данных через программу восстановления файлов. Ну так, на всякий случай. И интуиция меня не подвела. Давайте я помогу. Мне удалось восстановить удаленные файлы. Один из них был удален в ночь убийства Долженкова. Вот, знакомьтесь, Сашенька. Думаете, это она убийца? Убийца? Не думаю. Она юная и хрупкая. Вряд ли она могла бы справиться с Игорем. Но и какой у него мотив? Игорь ведь вроде собирался на ней жениться. И вместе с тем она там, для которой Долженков украл маску у надоевшей любовницы. Она для нас след, ведущий к убийце. Я думаю, не случайно Долженков удалил эту Сашеньку из своего телефона накануне своей смерти. Он или убийца? А ну давай, набери-ка эту Сашеньку. Зачем вы меня сюда пригласили? Что вам надо? Может, вы на меня еще наручники оденете? Успокойтесь, Саша. Никто наручники на вас надевать не будет. Если вы расскажете, как познакомились с Долженковым и как давно между вами отношения. А это не ваше дело. Ясно? Вы меня в чем-то обвиняете? Смешно. Лучше вы убийцу Игоря нашли. Я вас полностью понимаю. Но вынужден задать пару формальных, но очень важных вопросов. Где вы были в ночь, когда убили Долженкова? У тетки за городом. Можете проверить. И второй вопрос. Узнаете? Спасибо, я понял. Скрипков, проводи девушку. Прошу за мной. Тебе не кажется, что это гостиничный номер? Точно. Любовное гнездышко Долженкова. Да, его любимый номер не пустовал. И эта Саша не так уж проста, как кажется. Ну, допустим, алиби у нее есть. Была в день смерти Долженкова у тетки за городом. Даже уверен, что это так. Но что-то она все же не договаривает. Стоп. А ну увеличь фото. Сейчас. Бокалы на тумбочке. Это горничная? Значит, точно гостиничный номер. И Саша эту горничную не видит. И не видит, что что-то горничную привело в ужас. Видишь, какое у него выражение лица? Да. Ну, у вас и глаз, Сергей Юрьевич. Давай-ка ты отправляйся в гостиницу «Наутилус» и поговори с этой горничной. Возможно, она знает кое-что интересное об этом гнездышке порока. Есть. Вы можете точно сказать, кто в этот день убирал в номере покойного Долженкова? Да, Екатерина Попова, одна из наших лучших работниц. Я могу с ней поговорить? Нет, к сожалению, она взяла несколько дней отпуска за свой счет. А что-то случилось? Да она не стала ничего объяснять. Честно сказать, не хотела ее отпускать, у нас заболела одна горничная, ее некому было заменить, но Катя была так настойчива, что пришлось. Понял, спасибо вам большое. Пожалуйста. Да. Я все понял. Как фамилия горничной? Екатерина Попова? За свой счет, интересно. Постой. Как ты сказал, ее зовут? Е. Попова? Интересно. Догадайся с трех раз, с кем вместе училась Попова в институте. Именно. Володька, привет. Срочно нужна информация на одного человека.
Здрасте. Екатерина Попова? Да. Помощник следователя Скрипков. Я хочу поговорить с вами об Игоре Долженкове. Знаете такого? Долженков? Нет, не знаком. Ну как же, вы учились вместе в институте? А, Игорь! Да, мы были с ним знакомы. Действительно учились вместе. Но всего же год и давно очень. А что? Боюсь, что вам придется проехать со мной. Зачем? Я вообще на больничном. Дело в том, что Долженков убит. И теперь мы допрашиваем всех, кто был с ним знаком. Даже тех, кто был знаком с ним всего год, потом 20 лет не виделся? Нет. Скорее, тех, кто мог недавно его видеть в гостинице «Наутилус», где вы работаете, а он часто снимал номер. Собирайте вещи и поехали. Проходите. Здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Никонов. Я веду дело о гибели вашего знакомого Долженкова. Я вашему молодому человеку уже сказала, что наши отношения с Долженковым, они далеко в прошлом. Мы вообще с ним совершенно чужие люди. Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Я бы уточнил, далеко в прошлом ваш роман с ним? Короткий студенческий роман, не так ли? Допустим, и что? А скажите, а почему вы бросили институт после первого курса? Потерял интерес к учебе. Ну еще бы. Какой может быть интерес к учебе с новорожденным ребенком на руках? Да еще одинокой, незамужней девушке. Ведь любимый вас бросил? Да, Игорь Долженков поступил с вами как классический подлец. Я все это оставила в прошлом и забыла. До тех пор, пока он не появился в гостинице, где вы работаете. Представляю, что вы испытывали, когда он приводил туда своих любовниц. Мне было все равно. Он меня не узнал, я была рада. Но недавно, когда Долженков завел роман с юной девушкой, вы пришли просто в ужас. А что вас так ужаснуло? Маска, которую вы раньше видели, убираясь в номере Долженкова? Или возраст девушки? Девушке всего 17, ее зовут Саша. Она неоднократно бывала в этом номере, еще до знакомства с Долженковым. Да и в других номерах гостиницы «Наутилус», где работает горничная, ее мама Екатерина Попова. Я почему-то всегда чувствовала, что я его еще раз увижу. Он когда у нас впервые появился в гостинице, то я его сразу узнала. А он прошел мимо, он меня не заметил. Ну, действительно, я для него кто? Прислуга. А он только перечеркнул всю мою жизнь. Я бы все равно все в прошлом оставила, если бы он своими мерзкими руками не прикоснулся. Саша. О, Боже, нет. Мам, ты что? Ты сейчас же пойдешь домой? Соберешь свои вещи и поедешь к тете Ире. И будешь сидеть там, пока я не позволю тебе вернуться домой. Что? С какой стати? Никуда я не поеду. Ты будешь делать то, что я тебе приказываю. Ты не можешь мне приказывать, я уже не ребенок. И вообще, я замуж выхожу. Что? Что? Мне мой любимый сделал предложение. Даже колечко подарил. Мы поженимся. Долженков сделал тебе предложение? Откуда ты знаешь, как его зовут? Он же... Старый, ну и что? Ты не хочешь, чтобы я была счастливой? Или не можешь в это поверить? Или ты хочешь, чтобы я, как и ты, всю жизнь была никем?
чтобы я всю жизнь прожила в дерьме и за другими дерьмо убирала. Сашенька, это просто гад. Он только умеет, что людей губить. Бабник. Без сердца, без совести. Он же из тебя собирается. Да он собирается сделать меня счастливой. О, я все поняла. Да ты просто завидуешь мне, мама. Ты завидуешь всем счастливым за свою никчемную и одинокую жизнь. Я не хочу больше быть твоей дочерью. Я тебя ненавижу. Я ненавижу тебя, мам. Подожди! Ты еще самого главного не знаешь. Долженков твой отец. Ой, не могу. Ты думаешь, что твой бред может на что-то повлиять? Ты ничего поумнее придумать не могла? Прощай, мама. Это так в гостинице, я просто поняла. Я не могу по-другому ее защитить. Я с ее телефона смс послала Долженкову. Я знала, что он пулей примчится на свидание. Сашка, я даже не подозревал, что ты такая развратница. Ну, а теперь? Ты кто? Где Сашка? Что, не совсем не узнаешь? Какого черта? Ну-ка, развяжи меня, а? А ты дочку знаешь, как нашу зовут? Какую дочку? Что ты несешь, а? Саша дочку нашу зовут. Саша, ты... Господи, не можешь быть. Врёшь, сука! Важно, каким был Долженков. Вы не имели права его убивать. Может быть, вы и правы. Не имела права. Но у меня не было другого выбора. У меня к вам одна просьба. Никто не должен знать, кто настоящий отец Саши. Пожалуйста. Я, к сожалению, не могу вам этого обещать. Вы говорите о ключевых фактах следствия. Господи. За что все это? Надо сказать, что эта история меня просто потрясла. Да, иногда отношения между людьми приводят к жутким последствиям. Да бог с ним, с этим делом. Я хотел поговорить с вами о том, что непосредственно связывает нас с вами. О чем это? А вы не догадываетесь? Так, я чувствую, разговор будет серьезным. Позвольте мне сначала вымыть руки. Да? Я вернусь. Привет.
Говорить по телефону ты со мной не желаешь, пришлось прийти лично. Уж извини. Это документы по нашей даче. По нашей? Ее строил мой отец. Ты же юрист. После развода все имущество делится, ну ты в курсе. Ну, тебе и так осталась квартира родителей. Перепиши дачу на меня, это будет, кажется, справедливо. Ах, справедливо? Конечно. Но зачем тебе теперь эта дача? Ты же все равно отсюда никуда не выезжаешь. Ты, как всегда, безупречно тактична. Да, я просто предпочитаю правду. Подпишешь? Здрасте. А, Сергей Юрьевич, мы сегодня закончили. Завтра у нас иглоукалывание, так что готовьтесь. О, Никонов. А я смотрю, ты здесь не скучаешь. Я искренне рада за тебя. Мне кажется, ты здесь задержалась. Я подпишу документы и пришлю тебе их. А, видимо, не все так плохо, да, Никонов? Что у тебя хватает денег оплачивать столь прелестную сиделку. А у нее, прости, зарплата почасовая или посуточная? А вот это, мне кажется, не ваше дело. Нет, но если вам так интересно, я могу удовлетворить ваше любопытство. Конечно. За любимым человеком я ухаживаю бесплатно. За любимым? Угу. Учитывая твое чувство юмора, Никонов, это довольно-таки удачная шутка. Я думаю, любимой скоро совсем не будет смешно. Хватит! Я сейчас сделаю все, что ты просишь. И убирайся отсюда. Не хами, Никонов. Не позорься перед домработницей. До свидания, всего доброго. Любимый? Ну да. Вы умеете разрядить обстановку? Что? Вам так не понравилось, что я назвала вас любимой? Это просто как-то неожиданно. Дело в том, что... Я вас смутила? Господи, я не знаю, что на меня нашло. Простите, пожалуйста. А вы, кажется, хотели со мной о чем-то поговорить? Вы только что поцеловали сына человека, которого вы считаете виновным в смерти собственного отца. А вот это неожиданно. Я даже как-то не подозревала, что вы в курсе. Ну, раз уж мы заговорили об этом, когда умер мой отец, у меня не было в стране, я даже не знала, что его осудили. Потом я пыталась все выяснить, собрать какие-то сведения, но в вашей организации мне постоянно отказывали в помощи. Все, чего я хочу, это просто знать правду. Это архивные документы по судебному делу вашего отца. Можете их взять домой. Почитайте в спокойной обстановке. А потом мы вернемся к нашему разговору. Я тоже хочу знать правду о своем и вашем отце. Спасибо. До свидания. Thank you.